Прослушайте прогноз погоды. По сведениям гидрометцентра ожидается похолодание, кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 12-15 градусов. Ночь луну закутала в чадру, осень плачет, остужая землю. Город превращается в тоску, покрывая зрящие багренью. Чередуясь, моросят дожди, облака меняют направление, звезды непогоде вопреки украшают небо светлой тенью. Осень, кошка в рыжих сапогах, бегает и шепчет аллилуйя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Календарь худеет с каждым днем, чувства, превращаясь в одиссею, движутся за памятью гуськом. Вот уже 2 года и неделю говорю себе, родной, терпи. Говорю, черпай надежду с гаком, пригодится, только не спеши и не строй иллюзий по догадкам. Осень, кошка в рыжих сапогах, бегает и шепчет аллилуйя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Осень, кошка в рыжих сапогах, бегает и шепчет аллилуйя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Утро зябко прячется в кустах, требуя от солнца поцелуя. Кошка в рыжих сапогах. Уважаемые телезрители, большое спасибо. До новых встреч.